Друзья, поставьте лайк и подпишитесь на канал, кому от 5 до 16 лет. И напишите в комментарии, с какого вот именно ты города. Сегодня у нас классная подборочка. Я подобрал ее для вас, и она реально вам понравится. Знаете почему? Потому что тут есть некие новые игры. Это Faily Breakers и Block Strike. Остальное мы, в принципе, играли, но я хочу дальше продолжать их проходить. Думаю, вам понравится. Не забудьте поставить лайк, подписаться и написать комментарий, с какого ты города. Мы узнаем, кто откуда, будет очень интересно. Может быть, много людей, которые из одинаковых городов, и это очень классно. Так, Subway Surf, поехали. Где мы остановились? Так, это Subway Surf, Buenos Aires. Я не знаю, это что за... Хотя, такое ощущение, как будто это какие-то, знаете, тропики, да? Либо Бали, Мальдивы, типа такого. Очень классно. Я бы хотел бы тут походить и, знаете, поотдыхать. Было бы очень классно. Так, если кто не знал, я вообще на самом деле профессионалом был в Subway Surf. Раньше очень много играл. У меня был очень большой, как называется, рекорд. Вот, поэтому для меня это легкая игра, в принципе. Забытая я осталась, как и прежним, да? То есть я играю как профессионал, и это очень круто. Так, я подобрал только что ящик, это хорошо. Какой у нас получается рекорд? Кстати, если вы тоже играете, напишите комментарий, каков ваш рекорд. Тоже будет интересно. Ну, это потом в конце напишите, когда досмотрите ролик до конца. Несите себе чайку, печенек. Неси себе горячую еду там, вкусненькую, полезную. Мы сейчас будем играть вместе с вами. Покажу вам новые некие игры. Попроходим. И это будет классно. На самом деле, Subway Surf я могу играть бесконечно. То есть для меня это не принципиально. Могу играть дальше. Могу продолжать. Yes, мы побили рекорд. В принципе, можно останавливаться, да. И мы сейчас сделаем вот так. Отлично. Фри. А, подожди. А, фри, нет. Это нужно смотреть рекламу. Я к этому не был готов. Следующая игра у нас какая, как вы думаете? Sonic Dash. Давайте мы сейчас сравним. Сравним эти игры, то есть Subway Surf и Sonic Dash вместе, да? И потом, если что, как-нибудь скажете, напишите комментарий, какая лучше. Sonic Dash тоже очень интересная игра, очень знаменитая. Многие в нее играют, многие ее скачали. Но хочу вам сказать то, что Sonic Dash довольно-таки красочная игра. Да, и в какой-то степени она, наверное, лучше, чем Subway Surf. Но не знаю, сейчас мы проверим. Так, у нас тут крабы есть, смотрите. Мы можем их толкать, если мы вот так сделаем. Отлично. Собираем мы кольца. Все будет чики-пуки. Так, бам, отлично. Ну тут хорошо то, что не нужно нагинать, да, то есть свой планшет. А то в некоторых играх нужно нагинать, например, Temple Run. Да-да-да, бам. Ну-ка, что это? Банковский, ух ты. Давай посмотрим. Так. И... yes! 10 бонусов, хорошо. Так, бежим дальше. Опа. Краб, остановись. Блин, чуть в краба не врезался, вы видели? Это было жестко. Так, нас... о, смотрите, что нас сейчас ждет. Уии! Офигеть. Я думаю, вы все играли в эти игры. Sonic Dash, Subway Surf. Очень классные игры, знаменитые. Прошу заметить. Да, и... это очень круто. Так, вниз спускаемся. В принципе, мы побили свой рекорд. Мы можем останавливаться, я так думаю. И идти дальше. А, вот тут опять наверх. Вверх, влево, направо. И 20 колец. Просто так на изи мы получили вместе с вами. Это очень классно. Ладно, давайте, ну бам, сделаем так. Остановимся. Хорошо. Игру мне нравится. Будем возвращаться в эти игры, потому что мне они супер нравятся. Очень классные раннеры. Я думаю, вам тоже они нравятся, да, друзья? Tank Heroes. Продолжаем, на чем мы остановились, уже точно не помню, всем привет. Не забудьте лайкосы, подписки, сейчас мы продолжим вместе с вами.
Так, я думаю, как-то, наверное, вот так вот сделать. Все-таки, да, чтобы как бы не сильно видно не было. Отлично. Танк Heroes. Ух ты, смотрите. У меня есть такой танк, но мы можем посмотреть. Так, это в бой, нет, не сюда мне. История. Вот, мы остановились на этой точке. Давайте мы начнем. Так, этот танк стоит сколько? 1000, а этот 3500. Давайте для начала купим вот этот. Обновить. Ага. Нет, обновлять не надо. Начнем просто в бой. Теперь у меня синий танк. Не оранжевый, а синий. И это очень классно. Поехали. Так. О да, синий против красного. В принципе, этот танк немножко такой, знаете, быстрее, чем предыдущий. И это очень круто. Огонь! Бам! Стрик-хит! Давайте посмотрим, на что он способен. Смотри, он прям близко подъехал. Ой, ты вообще косой оказался, да, чувак? Огонь! Ес! Комбо 5! Там еще, получается, взорвался КамАЗ. Вы сами видели, там было топливо. И он бабахнул. И это капец было жестко. Замечательно. Так, следующее. Остановочка у нас вот эта. И мне кажется, тут очень много остановок, очень много уровней. Будем постепенно проходить, я думаю, классная игрушка. Так, мы вот на холме. Сейчас мы сделаем так, смотрите. Вот так вот. Вот так вот. Бам! Уи-и-и-и. Смотри, ох ты, комбо 2. Это супер. Давайте посмотрим, что на что он способен. Ну-ка, что он делает? Он грузит. Fireworks. О нет. Ну ладно. В принципе, изи. Для меня это легко. Для меня это неощутимо. Давайте выберем другое. Например, вот это. Так, направляем. Стреляй! Смотри! Бам! Ес! Рипнул еще одного танка. Что-то вообще неощутимые, да, ребятишки эти? Да, как по мне, реально неощутимые. Следующее. Так, давайте посмотрим. О, у меня же сундук какой-то есть. Глянь, давайте сундук возьмем. Открыть. Ну-ка. И что же нам выпадет? Это будет очень классная бомба. Ну да. Я думал, какая-то кобра выпадет. А это простая бомба. В принципе, ладно. Так, я хочу посмотреть в бой. Какие... подожди. А, мы начали. Смотрите, какой-то злой вообще. Злой есть танк. Я не хотел бы с ним контактировать. Так. Бам. Уи-и-и. Ох ты, попал, как красиво. Ладно, этот уровень мы оставим на потом. На изюминку, да, на следующий ролик как-нибудь. Танк Heroes, там был какой-то злой танк. Фейли Брейкс. Давайте посмотрим. Новая игра для вас подготовил. Я даже не знаю, как она играет. А, она так играется, хорошо. Видите, я даже никогда не заходил в нее. Она играется с этой стороны, хорошо. Давайте посмотрим. Загрузочка. Вау, это что такое, лянь? Так, увеличиваем яркость. Поехали. Сейчас посмотрим. Похоже на, знаете, Unturned, да? О, нет. О, нет. А где мой тормоз? Блин, музыка классная такая. Я обожаю такой вот стиль. Вестерн, да? Эй-эй-эй-эй. Нифига себе он неповоротливый. Ё-моё. Этот джип неповоротливый, я хочу вам сказать. Очень сложно повернуть его. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Ё-моё. Я ч... В озеро! В озеро упал! Это было классно. Так, давайте еще раз начнем. Игруля мне понравилась пока что, сейчас продолжим. Начинай. Загрузочка. Ставьте лайк. Поехали. Чахлые поля. Чахлые поля называются, ладно. Мне кажется, либо тут есть какие-то новые поля, да? Так, куда он стреляет? Что это такое? О, классно! Смотрите, какой автоматик есть. Эй, да ладно! Серьезно? О, этот звук такой прикольный был. Ой-ой-ой, оглушился я все-таки. Эх, но мы проезжаем какой-то путь, вы видели там. То есть можем какое-то задание, получается, делать, да? Давайте заберем Time Walk. Так, забрали замедление. Вау! Это как GTA 5. Кстати, GTA 5, друзья. Хотите увидеть на моем канале GTA 5?
Прямо сейчас пишите комментарии. Я знаю, как вам показать GTA 5. Знаю. Если вы соберете 5000 лайков за один день, я покажу вам GTA 5 на... Ну, вы увидите, где, на чем. Вы сами увидите, это очень такой классный секрет. Напишите комментарии, хотите ли вы GTA 5 прямо сейчас. Так. Ой-ой-ой, я не нажимал, честно. Я не нажимал ту сторону. Это было нечестно. Это было реально нечестно. Последний раз играю. Смотрите. Или у меня так планшет работает. То есть нажимаю, но не нажимаю. Так, давайте мы монеточку заберем. Отлично. Блин, такой неповоротливый джип. Совершенно неповоротливый. Но мелодия прикольная. Мелодия мне нравится. Это, знаете, country называется музыка. Такая вот. Техас. Очень классный. Блин, мне это помешало. Зомби, за что ты вышел? Зомби хочет играть со мной. Скоритетчер, поехали. На каком мы уровне остановились, уже точно не помним. Но эта игра очень знаменитая и многими любимая. Потому что вы любите ее, я продолжаю играть. Правильно, правильно. Мы остановились на кейке. Партии Поппер. Я помню, я говорил, что я остановился на этом. И в следующем ролике я вам покажу, как я прохожу. Нам нужно взять бёрздой так и так. Ага. Фаерворкс. Нужно найти фаерворкс. Давайте попробуем купить его. Как вам такая идея? Я купил его, но сейчас посмотрим. Так, училка у нас идет. Ями-ями, очень вкусно. Так, у меня есть... Я купил фаерворкс. Пока не знаю, где его брать. Сейчас посмотрим. Так. Отлично. Бабулита вышла. Лянь. Так, сейчас мы ее так вот обманем. Пусть она идет туда. Давайте искать фаерворкс. Когда мы покупаем предмет, получается, он появляется в игре, да? То есть мы должны его искать. Не просто так, то есть нам дается это. Проходим сюда. Открывай. Это тоже открывай. Так, что у нас тут? Ничего. Лянь. Реально ничего. В этой комнате пусто. Блин, пока что повернется наш персонаж, 10 лет пройдет. Вот честно скажу. 10, даже возможно и больше. Так. Ну-ка. Вот он кейк. Я забрал его. Не знаю зачем. Так, я положил его обратно. Ну, капец. Очень интересно, да, друзья? Так. Я предлагаю искать на втором этаже, потому что на втором этаже, возможно, будет. Ага. О, а нет, это свеча. Ну да, обманули дурака. На, 4 кулака. Так, тут свеча нам не нужна. Дальше идем. Так, проходим. Открывай. Так, ключ. Да, Скэри Тэтчер, ты даешь, конечно. Так, он, опа, смотри, что это такое. Я не знаю, надо это забирать или нет, но давайте заберем. Я не знаю, может быть, вот эту штуку надо положить, друзья. Fire, что-то там, что-то. Навряд ли, мне кажется, это прям какой-то отдельный предмет. Пока найти не могу. Ну и бабку мне не может найти, это хорошо. Так, проходим сюда. Открывай. Так, фонарик нам не нужен. Не нужен абсолютно. О, да, бабулита тут у нас Джим тягает, да? Так, мы вернулись обратно или что? Так. Candle with firecracker. О! Да ладно, это этот предмет, серьезно? А я думал, это просто свеча. Кто тоже так думал, ставьте лайк. Я реально так думал, друзья. Ой, бабка, что ты там делаешь? Бам. Yes. Make... Что? Make a look like the candle. Оу. Тихо, пати. Успокойся. Давайте посмотрим, правильно ли я сделал или нет. Тут что-то написано. Make it look like the candle. Короче, нам нужно что-то сделать. А, сделать это как украшение. А, я не сделал. Друзья, моя ошибочка. Ой, какая же моя ошибочка, друзья. Поднимаемся. Так, ой, энергии нет. Ой. Быстрее. Нам надо сделать, чтобы это выглядело как...
Сладость, да? Сладость не гадость. Ну как это сделать? Есть информация? Так. Ах ты, блин, поймала. Ладно, Скайри Тэтчерка, ты извини. Но я как понял, как тебя пройти, в следующий раз пройдем обязательно. Скайри Тэтчер, классная игра. А следующий у нас накануне, это PVZ. Карл, PVZ. Для этого нам нужен интернет. Да ты издеваешься, слушай. Он издевается надо мной, PVZ. Я не знаю, зачем им интернет, потому что, как бы, тут все равно рекламы нет. И я играю ее без рекламы, то есть, ну, как бы вы сами могли заметить, да? Реклама у нас не выходила. Так, закроем все эпы. Ой-ой-ой-ой-ой. Нет. Скайри Тэтчер, я понимаю. Ты хочешь, чтобы я к тебе вернулся, но нет, прости. Меня ждет очень классная подборочка. Следующие игры. Закрываем все игры. Заходим в PVZ. У нас еще две игры есть. Очень классные. Это Block Strike. Новая игра. Многие ее просили. Многие ее играют. Поэтому вместе сейчас мы посмотрим. Мы посмотрим на эту игру. No Plants Zombies. Я говорил, что эта часть больше нравится, чем остальные мне. Поэтому сейчас мы вместе с вами поиграем. Я хочу продолжить. Игрушка у нас... Так, connected error, yes. Ну, у нас грузить не будет все равно, потому что он найдет, да, этот файл эти. Или он будет грузить, ты издеваешься? Да, нашло. Поехали. Так, где мы остановились? Мы остановились на нашем доме. Окей. Смотрите. Так, 50, 200. Вау, смотрим. Так. Опа, на нашей территории есть зомби. Нам надо охранять наш дом. Вы знали об этом? Так, вставляем этого сюда. Смотрите, какой Вот этот мне персонаж нравится. Очень круто бьется. Так, это сюда. Отлично. Это сюда. Вот так вот хорошо. В ПВЗ 3 картошки наши не трогаются, да, когда стреляется вот это растение. И это замечательно. Так, школяр, ты не пройдешь. Даже не мечтай, школяр. Даже не мечтай. Ты никак нет. Просто никак нет. Так, поставим вот сюда еще, на всякий случай. Так, хорошо. Вот, видите, на всякий случай поставил, школяр вышел. Так, предлагаю поставить этого сюда. Бам-бам-бам. Хорошо, на, как бьет все-таки, да, вот это очень сильно. Мне он нравится, вот этот супер крутой чувак. Назад вставляем, пусть стреляет, почему бы нет. Дополнительная броня. Не-не-не, ставить не надо это, подожди. Пусть дерется наш герой. Так, ну эти зомбари очень сильно бьют, смотрите, хочу вам сказать. Почти уже отняло жизнь. Yes! Мы прошли этот уровень. Класс! Супер! Так, тако тайм. Окей. Тако тайм, давайте накормим тако вот этого чувака. Пусть он больше станет. Так, ready, так. Ну ладно, давайте на этом остановимся. На в этой игре продолжим дальше. Block Strike, друзья. Block Strike. Это просто нужно играть с Wi-Fi. Я забыл. Я забыл, поэтому я включаю его для вас. И сейчас вам покажу. Вам покажу, как, чё, почём вообще, да, в этой игре. Поехали. Я уже вроде бы все разобрался, как, что играть. Давайте зомби-выживание. Вот я хочу прям сыграть в нее. Так, Escape Sector. Корд, поехали. Корд, подключение к региону. Не знаю, пишите в комментариях, кто играет в Block Strike. Пишите, будет интересно узнать. Я думаю, многие играют, мои подписчики. О, мы появились. Вах, как классно. Так, тут управление хорошее, мне нравится. Так, тут еще, кстати, можно писать, то есть у нас вот есть чат. Всем привет, можно написать там, да? Всем привет. Окей. Я написал всем привет, может быть, кто-то ответит. Ну, тут люди вроде играют, я насколько я понял. Так, вот, смотрите, синие. Это наши все друзья. Мы должны охранять сейчас эту базу от зомбарей. Вау, луна классная, мне нравится. Так, давайте попробуем спуститься вниз. Там чувак спустился. Угу. Так, вроде бы ничего.
Ты что там сделал? Что он делает? Он что-то толкает там, смотри, лянь. Кого он стреляет? Не знаю. О, он подвинул эту штуку. Я хочу сайенс добавить. Чувствительность. Так, чувствительность, прозрачность. Блин. Ну, управление чувствительность добавляем. Немножко. Поехали. Все. Я иду. Я. Эй-эй-эй, чувак, чувак, ты что он делает? Что они делают, друзья? Они уже истощаются? Есть информация. Так, у нас можно менять оружие, блок страйки. Это очень супер. Так, кого они стреляют? Ну-ка. Пошлите, у меня и есть оружие. М4, что-то там что-то, не помню. О, он закрыл проход. Это он специально делает так, да? Не знаю. Ну давайте, ладно, закроем тоже. Смотрите, чуваку не дали пройти. Вау. Не знаю, а когда начнется зомби? Когда они начнут идти? Я вообще без понятия. Пока что мы играем одни, да? Так. Может быть, тут они где-то? Я просто не вижу, возможно. Смотрите. Такое ощущение, как будто они подготавливаются, да? А где зомби? А где... зомби? А где зомби написал? Пока неизвестно. Турк в армии какой-то пишет. Ну да, Блок Страйк как-то непонятная пока что игра. Я так и не понял. Давай выйдем. А, реклама, значит, да? Не показываю, строго запрещено. Так, давайте начнем, поехали. Командный бой, короче, поехали, облаут. Не знаю, я хочу сыграть. Заходим сюда. Все, я синий, против красных, да? Едем, едем, едем. Так. Yes, попал вроде. Да ладно, блин, не попал, да? У нас есть прицел? А! Капец, они задроты. Я ничего не успел сделать. Прицел хочу. Так, это смотрит автомат, но это не надо. Ой, я своего стреляю, извини, чувак. Ха-ха, прости, я не хотел. Давайте хоть одного прикончим, не знаю. Yes! Одного загасили, это уже хорошо. О, вах, как же мне повезло с местоположением. Эй, блин, ладно, ладно. Борис, да, друзья. Вы ждали эту игру Бориса, поэтому я знаю. Кто смотрел до конца, напишите комментарий, я ждал, либо ждала Бориса. Эта игра классная. То есть там выходит Бенди, там выходит охотиться на нас, поэтому мы должны как-то остерегаться его и как-то проходить уровни очень по красоте. Вот, поэтому... Да, мы появились. Смотрим. Так, мы появились тут. Что у нас такое тут? Светится? Ничего. Ладно. Идем, идем. Идем, идем, идем. Нам надо быстренько забраться на, получается, наш элеватор. Элеватор находится у нас в этой части. Не будем тратить энергию. Нам она нужна по-любому. Спускаемся вниз. Какой у нас ждет уровень? Даже не знаю. Эта игра непредсказуемая, друзья. Непредсказуемая, поэтому я вообще не знаю, друзья, вообще, что нас ждет. Что? Левел 7. Ладно. Это уже новая какая-то локация, потому что я не помню вроде бы как, или помню. Не буду врать, но что-то не сильно помню, как будто. Так, взяли, один предмет забрали. Там у нас кофе, запомнили, кофе в той части. Давай сейчас мы... Бам! Ничего. Борис у нас следопыт. Он может все найти, знаете. Вообще, я хочу узнать историю этой игры. В общем, да, как и что вообще, какая тут история? Потому что я, как бы, играю в эту игру, но понимаю, конечно, что делать. Но историю, саму суть, так и не понял. Забрали. Так, я слышу, как что-то двигается там, блин. Это не есть хорошо, конечно. Книга. Отлично. Пока что получается. Так, отсюда уходим, отсюда уходим. Сейчас давайте побежим, попьем кофе. И, получается, можем двигаться дальше. Так, кофе, машина кофе есть тут? Так, машина кофе не вижу. Ладно, давай заберем. Ладно, не будем сильно тратить энергию. Пусть она... Ой-ой-ой-ой, это было опасно. Пусть останется, вот она наш... Ой. Ой. Нет.
Прячься. О, да. Мне повезло, хорошо. Не-не-не, Бендик, пошел вон. Вот тогда, игруля, конечно. Так, вышли, все, он должен потерять нас. Побежали кофе пить. Я хочу кофе. Забирай. Давай-давай, пей. Отлично, все, не будем тратить. Не будем тратить, будем искать. Будем искать предметы, не будем тратить кофе. Вот такой вот у меня план, ха. Вы скажете, Адорчик, да ты хитрый. Ну да, конечно. А вы что думали? Хе-хе. Сказочку попали? Не-не-не. Ладно, это все шутки, друзья. Вы сильно не воспринимаете мои шутки всерьез. Я шучу. Так. Тут должен быть какой-то предмет. Чую. Ничего нету. Блин, на этой части как будто ничего нет, да? Ну да, так показалось. Там не пройти. Вау. Два предмета осталось, найти не могу. Вот тогда. Сюда пройти не можем. Давай пойдем дальше немножко. О май гад, о май гад. Yes, спрятались. Борис, очень непредсказуемая игра. Где Бенди ходит, никто не знает. Как, кого он там ловит, вообще без понятия. Поэтому мы сейчас выйдем, потихоньку пойдем. За его, по его следам, да? Ой, извиняюсь, нечаянно задел. По его следам пойдем. Осталось два предмета. Сейчас мы найдем их, найдем обязательно. Я знаю даже, где примерно они могут быть. Где-то в этой части. По-любому. Больше нигде, друзья, больше нигде. Вот в таких вот местах искать надо. Потому что я не был в таких местах. Вот, лянь, лянь. Опа, hello. Hello. Пам. Отлично. Наверх давайте... Нет, там тупик. Так, 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 последний предмет. Ищем. Где-то снизу. А, тупик, да ладно. Так, 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 не тратим энергию. Сейчас очень опасный момент. Последний Вантус остался. Вантус надо найти. Вантус, ну ты даешь, конечно, Вантус, молодежь. Даешь, молодежь. Так, мы тут были. Ладно. Ну, кстати, мы предмет добыли в той части, значит, сюда. Так, так, давай, 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 давай. Я иду за поисками Вантуса, если что. Наверх, давайте поднимемся наверх. Тут я не был, точно. И надеюсь, что тут никого нет. Так. А, подожди, я тут был. Что происходит? Блин, он меня поймал, друзья. Нет. Вонючий Бенди. Нет, я хотел поставить на паузу и найти последний предмет. А то я его долго искал. Ну ладно, друзья, в принципе не страшно. Друзья, поставьте обязательно лайк. Подпишитесь на мой канал. Позвоните колокольчик. Колокольчик обязательно нужно позвонить, чтобы вы не пропускали такие ролики. Все, Бендика мы будем продолжать потом. Два предмета забрали, все, я хочу обратно уехать. Но мне не дадут, по-любому. Все, всем удачи, нравится, спасибо, всего хорошего. Делайте добро, не делайте зла, будьте всегда на позитиве. Всем пока!